что практически полезнее групп, для группы. Мне, допустим, муж послал письмо, нужно что-то сделать. Я это сделал, не получил даже фидбэка. Мне... Что эффективнее, проделать вот эту вот работу для мужа или сидеть, читать какой-то отрывок и думать о товарище, о группе? У меня нет фидбэка ни в том действии, ни в этом. Ты ни в одном, ни в другом не увидишь настоящий результат. Я не ищу результата, спрашиваю, что полезнее для группы. Так какое отношение это имеет к примеру, что ты дал? Муж попросил сделать меня что-то для группы. Так я спрашиваю, что эффективнее для мирового кли? Сделать то, что муж попросил, или сидеть и молиться? Ты должен выполнять указания мужа, потому что он руководитель группы. Даже если ты видишь, что нет никакой пользы от этого. И все равно ты выполняешь. Да. А если нет указания от мужа, и я могу сейчас сделать какое-то физическое действие или молиться, как человеку выбрать, как эффективнее прилагать усилия? Он выбирает, исходя из своих килим. Он может сделать физическое действие, где, может быть, есть фидбэк, или сделать внутреннее действие, где нет фидбэка, может заниматься распространением. Понятно, что вот такое направление, но как ему выбрать? Как человеку выбрать, что делать самое эффективное для группы, для исправления? Как группа с помощью этого действия сможет приблизиться к Творцу? Что непонятно? Если он молится, так как ему узнать? Он не знает. Так он не знает? Ну, так вместо того, чтобы он был сидел час, сидел и молился, пусть делает работу физически ради группы, час, так он может сказать, вот, я сделал это. Но лучше всего, чтобы он сам не управлял собой, чтобы группа ему управляла.